Легкоатлетический кросс стал первой частью насыщенной программы спартакиады среди учащихся средних специальных учебных заведений города. На дистанции в 500 метров у девушек и километр у юношей вышли 16 команд. По итогам кросса лидерство захватили студенты Мезенского и строительного колледжей. В программе спартакиады также запланированы баскетбол, плавание, гимнастика и другие виды спорта.